Всем привет! Сегодня я вам предлагаю нарисовать красивую пасхальную композицию. Это будет натюрморт с куличами. И для этого мы проведем край стола и покажем, и дальний край стола. На карандаш сильно не давим, чтобы линию можно было легко убрать ластиком. В центре нашей композиции будет находиться красивый большой кулич. Проведем одну вертикальную линию, вторую вертикальную линию. Вверх линия пошла и вниз линия пошла. Вот такой красивый кулич. Убираем линию стола. Сверху нарисуем свечку. На заднем плане будет еще один кулич, только он будет немножко уже. Наметили, также рисуем свечку. На первом плане будет творожная пасха. Ее тоже очень часто готовят на Пасху. Пасху нарисуем на тарелочке. Для этого нарисовали ось симметрии и нарисовали эллипс. Тарелочки будут плоские, поэтому снизу толщину тарелки мы не рисуем. И давайте нарисуем еще один небольшой маленький куличик. Он будет тоже на тарелочке. И свечка небольшая. На первом плане на тарелке будут крашеные яйца. Проведем линию симметрии, померим, чтобы с одной и с другой стороны было расстояние одинаковое. Вверх линия пошла, вниз линия пошла. Такая тарелка, толщина. Край тарелки. На ней нарисуем яйца крашеные. Покажем большую тарелку от большого кулича. Нарисуем украшения на самих куличах.
можно нарисовать линию, на которой будут украшения, и сверху уже разные декоративные элементы. На творожной Пасхе напишем «Христос воскрес». И нарисуем крестик. Добавим веточек с вербой. И несколько белых цветочков и зеленых листиков. И давайте перейдем к цвету. Для смешения цвета я сегодня возьму листик, не в палитре, так будет удобнее. И кисточку средних размеров. Это может быть четверка или пятерка. Сначала покажу теплый фон от свечки. Идет теплое излучение. Ярко сразу делать не будем. Лучше потом будем добавлять постепенно. Акварель должна быть нежная, воздушная. Также сразу можно добавить немного оранжевого.
Пока фон сохнет, близко к нему ничего рисовать не будем, чтобы не расплылось. Займемся куличами. Возьмем светло-коричневую краску. В серединке будет посветлее, к бокам будет потемнее. И аккуратно с водичкой закроем куличи. В серединку можно добавить желтого или оранжевого. Уберем большую кисть, возьмем кисточку потоньше. Это может быть троечка. Возьмем голубую краску, разведем ее немножко с водичкой. И на белых частях сделаем небольшие затемнения светло-голубым. Добавим ультрамарина. И сделаем тень на тарелочках.
ту тарелочку, которую дальше тоже уведем в тень. Все предметы имеют падающую тень. Вот мы ее и покажем. Теперь добавим фиолетового. И покажем тень на столе. Если свет у нас теплый, мы нарисовали желтый, то тень будет холодная. Мы ее покажем через фиолетовый. Сзади от цветов можно пятнышками показать тень. И на нижней плоскости также рисуем тень. Перейдем к красному цвету, к ярко-алому. Покажем яичко красным. Оставляем обязательно блик небольшой. В центре будут светлее, а по краям будет краснее, ярче, насыщеннее. Также покажем украшение красным. Серединки цветов. Буквы тоже красным напишем. Переходим к желтому. Нарисуем также яйца. Одно, второе. Свечки покажем.
крестик. На верме желтый пушок. Возьмем оранжевый, покажем огонь свечи, небольшие отблески. Перейдем к зеленой краске, возьмем травяную зелень, нарисуем яйцо, и также листики зеленые. Немного зелени на веточках добавим. В украшении возьмем кисточку единичку и темно-коричневую краску и покажем веточки. Коричневым подчеркну снизу и с одного бока. Перейду к синему цвету, сделаю
яйцо. Украшение. Сверху немного подчеркну. Синий добавлю ультрамарин и подчеркну тарелочки. Наберу на кисть темно-зеленой краски и подчеркну листики. На этом я живопись заканчиваю. Получилась такая яркая, светлая, солнечная композиция. Праздник этот очень светлый, хороший, добрый. Все собираются за семейным столом. Желаю, чтобы у всех всегда было хорошее настроение в этот праздник. И всем творческих успехов. До свидания.